Ну, а теперь после завтрака собрались на пляж спуститься. Чтобы спуститься на пляж, нужно подойти вот к этому лифту. Вот, тут несколько их. Вот этот главный лифт на пляж. Вот такие здесь структуры. Ну, когда подходим к этому лифту, открывается, конечно, красивый вид на Эгейское море и на наш пляж. Вот. Лежаки все свободны. Мы спустимся. То есть битвы за лежаки нет. Народ уже плавает. И вот, вот эта сторона. А здесь внизу амфитеатр. Мы туда еще не спускались ни разу. Было два шоу. Вот, все, два дня здесь мы. Ну, вот, может быть, сегодня сходим вечером. Спустились на лифте на пляж. Сейчас мы пойдем на ту сторону. Хочу показать, что здесь есть бар. Он пока не работает, здесь открывается. Здесь с 12 до 18 мороженое. Тут такие вкусные палочки жарят, сладкие. Не знаю, как они называются. Ни по-турецки, ни по-английски. Ну, вот там написано. С 12 до 18. Здесь бар. Напитки, пиво, чай, кофе. Все есть, генерал. Вон, и вот здесь справа. Лежаки, здесь тень такая классная. Вон спуск к морю. Здесь сразу глубина, еще мы здесь не ныряли. И вот здесь мы сегодня расположимся здесь. Вчера мы не были там. Да, вчера. Вечером не пошли, с утра сходили. А сейчас мы ляжем здесь. Надя хочет здесь. Ну и вот заход в море. О, рыбы, ничего себе, смотрите. Смотри, какие. Сибасы, что ли? Нет. А что это, сибас похоже? Нет, русские, как да? На форельку похоже. Может, такие нам в ресторане жарят? Не знаю. Вчера была такая похожая рыбка вкусная. Ну и вот он, вот здесь плавный спуск к морю. Смотрим, как он покатится. Ну давай, ныряй. Сейчас будешь разгонять рыбок. Вода такая, галосу, 5-6. 26. Ну, рыбки там плавают. Плещется здесь.
сидели на пляже, вон там, под зонтиками. И вот здесь вот заход такой, метров 30-40 против понтона мелко. А здесь уже вот люди плавают глубоко. Вот. А сегодня мы расположились, и вчера были на понтоне. Вот, там, на понтон, Надя где-то в середине там. Я ушел, чтобы народ не раздражать. Здесь рядышком, сейчас я покажу, бар. Здесь пиво, напитки, коктейли вот Надя сделает. Единственное, нравится, когда им говоришь привет. Английский они понимают. Спасибо. Она обижается некоторые. Говорит, дай мне кофе, дай мне пиво. Вот парень, барин хороший. Ну вот здесь понтон. Вон там второй ряд надо, под зонтиком надо сидеть. И вот здесь вот рыб подкармят. Миллион рыб. Я вчера плавал с маской здесь, с этим, с Гарри, там снимал. Что получилось, не знаю. Должно получиться. И вот здесь ряд лежаков, которые в тени. Вот здесь до обеда вообще нет солнца. Классно. И вот заход, пожалуйста. Спустился и поплыл сразу. Вон, вода прозрачная, до обеда волн нет вообще. Вон рыбы видны. Много человек. Вот такой пляж. И вон там дальше, там платные стоят эти кабаны. Не хочешь, на день берешь, не знаю, сколько стоит. И там у них свой бар есть. Туда мы не ходили, нам этого хватает. И вот лифт на море. Вот он, лифт. Все, здесь же вот видно за этим зданием вот красная эта крыша розовая. Там снэк-бар, и там можно обедать, не поднимаясь в ресторан, можно и пообедать здесь. Ну что у вас за коктейльчик, вкусный? Вкусный, мальчик умница, постарался. Хочешь попробовать? Да. А сейчас все выпью сразу. Давай пей. Там гренадин и, понял, оранж. Апельсиновый сок. И лимон бросил туда, да? Ну вкусно. Думаю, что вкусно. Такой Надя сделали коктейль. И пинаколада, да? Да. Класс. Что-то схватил. И ест. Что это он там ест? Что он прихватил, непонятно? Нет. Ну, что-то для себя съедобное. Приплыли на завтрак. Рыбок снимает. Их там так много. О, зелененькие, спинки, серенькие, всякие. Ой, за ним так сколько много их.
сегодня шторм. Вот такие волны. Воду не пробовал. Не знаю. Мужчина пошел. Здесь заходить нормально. От берега там, конечно, сегодня не зайдешь. Швырнуть можно. И вчера был. Вот здесь нормально можно будет заходить.